Привет, мы здесь фан? Да, есть пару вопросов. Давай. Давно занимаешься танцами? Около 4 лет. Решил, почему преподавать? Потому что почувствовал, что могу зажечь огонь других. Как тебе удается так прекрасно выглядеть и быть всегда энергичным? Не удается. Раскрой свой скрытый талант. Если раскрою, перестанет быть скрытым. Какую песню ты поешь лучше? Мои ученики знают. Сюзанна и Мальбек «Гипнозы». А по ее? Дай мне собраться, в смысле я не могу. Супер, с кем хочешь хореографию поставить? С Сережей Рохманом. Позвони мне уже. Что важнее, техника или эмоции? И то это важно в равной степени. Ты недавно прилетела из Греции, где давала мастер-класс. Как тебе удалось достичь таких высот? Связи. Как видишь себя через год, через 5 танцев? Вижу себя в танцах. Вот совет начинающим. Не бойтесь и приходите ко мне танцевать в понедельник, пятница, 7 часов на базе. Камон!